Выпуск слушателей Московского высшего общевойскового командного училища имени Верховного Совета РСФСР по традиции состоялся на Красной площади у мавзолея Владимира Ильича Ленина. Святыни училища, его красное знамя, овеяны ратной славой побед в боях против интервентов и белогвардейских полчищ, против фашистских захватчиков на фронтах Великой Отечественной войны. На церемонии посвящения в офицеры почетные гости, ветераны училища. Дипломы, нагрудные знаки и золотые медали отличившимся выпускникам вручает председатель Президиума Верховного Совета РСФСР Яснов. Позади годы учебы, дальние походы, боевые учения. Впереди служба в рядах доблестной советской армии.